Так, ну что ж, всем привет. У нас сегодня будет обзор. Сзади меня стоит коробка. Вот она большая. Сейчас мы ее будем открывать и смотреть, что же там внутри. Что нам предстоит. Мы сейчас с вами посмотрим. И я вам расскажу, что же там нас ожидает. И посмотрим вместе с вами. Так, ну что ж, давайте начнем. Продолжим вернее вскрытие, и я вам покажу уже вот ее, так сказать, внутренность, что же у нас там внутри. Коробка довольно-таки большая, объемная, пришла вот недавно, мы сейчас ее, так сказать, будем смотреть. Очень объемная коробка, такая мощная. Так, ну что ж, вот она у нас коробочка, очень большая. Сейчас мы начнем с вами ее вскрывать. Здесь есть интересные послания, так сказать, от нашего поставщика. Интересное, например, такое послание. Очень интересное, смешное. Уважаю юмор, первый раз с таким сталкиваюсь. И очень, в принципе, весело. Ну и здесь дополнение мы видим. Как, в принципе, тоже к товару. Что здесь, в принципе, находится у нас описание. И все дела. Так, продолжим распаковывать и смотреть, что же у нас там на самом деле. Не бутылки же мы будем снимать. Такой интересный квест с записками мы видим. Со всякими такими вот... По всему, так сказать. Видите, да? Довольно-таки интересно. Сейчас посмотрим. Сначала я сниму один обзор, потом второй. Вместе ставить не буду, потому что совершенно две разные вещи. И чтобы было понятно вам, сейчас мы с вами будем, естественно, это обозревать. Так, ну что ж, начнем мы. Это у нас... Да, вот вы догадались, вот я показываю на эту баночку. И да, это у нас Jif, это Creamy Peanut Butter. Это у нас арахисовое масло, натуральное. Только что прямиком из Америки. Весом оно 1,36 килограмма. И без ГТО, и свободно от глютена. Что могу сказать? Здесь вот даны описания по нему. Здесь вот по Nutrition Facts данные. Видите, да? Калории. И описание. По поводу... Это самое качественное арахисовое масло, которое вы можете купить в Америке. Сразу скажу вам. Покупайте Jif, можете даже не гадать. Состав свежие орехи. Видите, да? Здесь у нас пометочка стоит. Что могу рекомендовать? В составе здесь есть масла и соль. То есть минимальное количество вредных элементов, даже по сути их здесь нет. Сейчас я вам покажу. Вот так вот выглядит баночка. Вот так вот. Jif. Такие вот параметры у нас по составу, по
элементным составом, очень качественный продукт. Сейчас мы его откроем и посредственно будем смотреть. Упаковка очень хорошая, доехал все качественно, отлично. Вот так он вот выглядит, коробку сверху. И так вот коробка у нас выглядит снизу. Заужена вот так вот. Сейчас откроем и проверим, что же там у нас. Вот такая вот штука. Try it, Jif Squeeze. Написано у нас здесь. Сейчас будем открывать и посмотрим структуру. Ну что ж, открыли мы эту коробочку. Просто объединим. Очень вкусно. Смотрите структуру сами. Видите, да? То есть сейчас я открывал, пробовал, кушал. Очень здоровская структура. Вот такая она, цвет. Такого цвета. Запах только натуральные орехи, никаких добавок. Очень все здорово. Берите продукцию Jif, всем рекомендую. Производство не написано, где оно написано. Годен до августа 23-го года. Вот, зверь побежал. Не получил зверь. Получили только мы. Жиры 16 граммов. Сода 140, карбонаты 8, жиры, сахара 3, витамин D, кальций, железо, витамин Е содержится в данном составе. Очень здоровский состав, сейчас покажу вам, чтобы знали. И приобретать только качественную продукцию со всех уголков мира. Всем советую. Спасибо, что посмотрели обзор. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока. Сегодня была на обзоре паста ореховая компании Jif Creamy Peanut Butter. Так вот она у нас называется. Всем пока.